Честь поработать с именитыми наставницами выпала юным спортсменкам из Мордовии, а также гимнасткам из других городов. Они приехали в столицу республики для участия во всероссийских соревнованиях «Катюша», которые завершились накануне. Мастер-класс организовал Олимпийский совет Мордовии в рамках серии мастер-классов по различным видам спорта. Такие мастер-классы, конечно, должны проводиться, и мы их стараемся проводить. И ваши саранские девочки уже очень много раз приезжали ко мне на совместные тренировки. То есть тренеры хотят учиться. Это здорово. Учиться никогда не поздно, учиться нужно. Вот. И только так мы становимся еще сильнее, еще умнее, еще качественнее. Тренеры занимались со спортсменками 2 часа. Первую часть тренировки провела Екатерина Сиротина, затем ее сменила Анна Дьяченко. Работали в несколько групп, так что все гимнастки смогли улучшить свое мастерство и научиться новому у наставников-чемпионов. Несмотря на ограниченное время, они постарались дать юным спортсменкам как можно больше. Все возможно, когда есть чувство осознанности у детей, когда они хорошо понимают педагога, что он от них хочет, какие его требования, как он объясняет, нужно делать тот или иной элемент. Когда происходит понимание, дети быстро схватывают. Поэтому сегодня моя основная задача – это теоретическое, объяснить им, что я от них хочу, с каким настроем нужно приходить на тренировку для того, чтобы все получалось, и даже самые сложные элементы, как нужно относиться к выбранному виду спорта и к ежедневному тренировочному процессу. Наглядные уроки от признанных мастеров Мордовии на этом не закончатся. Уже прошли мастер-классы для теннисистов и фигуристов. Дальше в планах провести такие тренировки по легкой атлетике, волейболу и баскетболу. Они пройдут в республике в течение этого года. Ирина Радайкина, Ирина Суконкина, Александр Овчинников. Народные новости.